Улица Максима Горького, пересечение с переулком Больничным. С этой точки начинается капитальный ремонт автомобильной дороги. Согласно проекту, в асфальт будет уложено 700 метров дорожного полотна до улицы Листопрокатчиков. Мы сделали проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Ну и, соответственно, контракт предусматривал сроки в зависимости от финансирования, и было это на 3 года, то есть 21, 22, 23 завершение. Но так как правительство области и администрация добились увеличения финансовой стороны, поэтому возможно стало более быстрое завершение, поэтому мы пересмотрели сроки с подрядной организацией, и срок окончания 15 октября. Объемы и сроки реальны, говорит Николай Кузовников, генеральный подрядчик проекта. Техника, которая есть в арсенале Северской строительной компании, позволяет выполнить заказ не только быстро, но и качественно. Да, лето 2022 не перестает удивлять сюрпризами, но это никак не должно повлиять на темпы ремонта. Корыто с дождями заполняется водой, это очень усложняет продвижение, так как техника вязнет, экскаватору сложно работать, автомобилям сложно в таких условиях. То есть погода дает свои корректировки, но я думаю, сроки будут выдержаны. Капитальный ремонт дороги по улице Максима Горького приблизит Полевской к цели закольцевать автомобильное движение транспорта по частному сектору. Для этого ежедневно на объект выходят несколько единиц техники и люди. Работа кипит в любую погоду. Сейчас идет разработка земляного полотна, готовится корыто под дорожную одежду. Далее будет укладка водопропускных труб, засыпка дорожной одежды в отметку, ну и укладка основания. И плюс тротуар. Дорожная подушка будет состоять из щебня разной фракции, от крупной до самой мелкой. Это делается для надежности и долговечности. Пешеходная зона, согласно проекту, расположится с левой стороны. Что же касается освещения на этом участке, то его уже можно увидеть воочию. Новые опоры и светодиодные светильники установлены еще в начале года. Сейчас ведется детальная разбивка дороги. Ну и плюс подручные рабочие, которые помогают работать с техникой, так как объект находится в условиях города, поэтому где-то перекрыть нужно, где-то людей задержать, там, ленточку натянуть, ну, такого плана работы. Общая стоимость строительных работ более 34 миллионов рублей. Капитальный ремонт улицы Максима Горького – это часть большого национального проекта «Безопасные качественные дороги». Средства на его реализацию выделены из областного и местного бюджетов. Стоит сказать, что это не единичный объект преображения дорожной сети. На этой неделе начался капитальный ремонт дороги от завода управления до развязки на Восточно-Промышленный район. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости 11 канала.